Печальная новость. Не стало Юрия Шатунова. Популярному певцу, солисту группы «Ласковый май» было 48 лет. Его называли «золотым мальчиком». Известность пришла к артисту очень рано. Воспитанник детдома в 13 лет познакомился с руководителем музыкального кружка, который и создал легендарный коллектив. Уже в первые два года в репертуаре группы появились такие знаменитые хиты, как «Белые розы» и «Седая ночь». В одночасье Шатунов стал кумиром миллионов. Каждый концерт «Ласкового мая» собирал переполненные стадионы. На пике популярности юный поп-идол начал сольную карьеру. Артист уехал в Германию, затем вернулся в Россию и продолжил выступать. Его песни до сих пор в хит-парадах.